каждого человека наступает момент, когда нужно что-то менять. Поэтому мы решили отправиться на Марс. У нас было два пути. Первый. Мы написали самому знаменитому и богатому человеку на планете, Илону Маску. К сожалению, он проигнорировал нашу просьбу. Поэтому воспользовались самым сложным вариантом, самым невыполнимым. И мы угнали электричку. Однако нас ждали трудности. Оказалось, у нас слишком скучные лица. Чтобы договориться с машинистом, нам пришлось зарабатывать за лица. Это что поможет нам заработать кредиты для поездки на Марс. Примерно так мы зарабатываем кредиты. Местные аборигены не поняли нашего искусства, и мы были выселены с поезда. Но ничего страшного, мы успели доехать до важной станции Статьпо. Знаете, что это? Это межпланетный транспортер. Он транспортирует жизненно важные ресурсы. К сожалению, кто-то наложил на свои руки и поставил замок. Неизведанная марсианская почва, крайне чужеродная среда, населенная опасными существами. Марсианская картопка крайне плодовита, однако марсианские слизни обожают жрать ее корешки. Марсианский грунт, насыщен кислородом, благодаря которому мы дышим. Воды на Марсе. И вот оно, доказательство. Это подземный источник воды. Даже сейчас видно, что вот здесь вот темное пятно. Гейзер. Там находится под гейзером древние остатки цивилизации. Масса похода. У них были крылья размером с дом. И дом размером с крылья. Как они жили? Ну, без понятия. Это раса марсианских инсектоидов. Входа нет. Гнездо инсектиконов. Мост, древний мост построен некой цивилизацией. Кажется, человечество еще многого не знает о Марсе. Ведущий на сам Юпитер. Газовый гигант, обреченный бесконечно парить в одиночестве в космических пустынях. Космическая магистраль, соединяющая все планеты в Солнечной системе. Самая большая в космосе. Капсула древнего космонавта из СССР. Аполлон-29. Считается затерянным отрядом, упавшим на Марс.
известно, поэтому мы должны это узнать. Детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты на тебя бежишь? И наигранная идет с тобой. Детство, детство, ты куда пустой? Зла! Зна! Смерть!